Всем привет, мои хорошие! Вместе с вами Айсель. Опять. Да, и Айка Эмери. И сегодня мы снимаем обзор на вкуснейший суши. Japanese Garden Sushi. Выглядят они очень аппетитно, да. Согласись. Какие тебе больше всего нравятся? Запеченные. Я вот тоже эти запеченные, да, вообще какие красивые. Да, что-то как-то меня не так манит. Съешь меня, съешь. Давай приступим. И мы, у нас челлендж. Как всегда, у нас спички. Кто сколько ест, берет одну спичку и откладывает. Да. Приступаем. Ну, давайте начнем. У них вообще, значит, скидка 20% на промокод Айка Эмери. Если вы скажете Айка Эмери, то вы получите на любой просто сет 20% скидку. То есть запеченных любимых. Макаем, пробуем. Вкусно. Как тебе? Так много они положили васаби и имбиря, да. Особенно имбиря. А я вообще никогда не пробовала, кстати, имбирь. Попробуй. Да? Конечно. А еще у Japanese Garden Sushi есть сеты, где 8-6 штук стоят 27 манат. Это отличная приемлемая цена. Да, мне тоже кажется, отличная цена. Причем за такое качество. Да. У тебя первый пошел, правильно? У меня уже второй, кстати. Да? Да. А, кстати, я совсем забыла вам сказать. У нас, значит, челлендж. Если Айсель выигрывает, то она получает вот такой вот подарочек. Там косметоз, я сразу скажу. Смотрите до конца, чтобы узнать, получит ли его Айсель. Айсель на самом деле не знает, что там. Да, я на самом деле не знаю, что там такое, но я знаю, что это косметика. Но какая? Это уже секретик такой минимум. Блин, я сказала, если хочешь, давай ты посмотришь, чтобы у тебя не было такого уж азарта. Он сказал, нет, делаем все честно. Чтобы были настоящие эмоции. Да. А такие фейковые эмоции тоже нет. Так, следующий пробуем. Очень люблю запеченные с шапочкой. Это вообще моя любовь. Что здесь? Здесь креветочка, по-моему. Как я люблю с креветкой. А это что? Какие это вкусные. Вот у тебя они. Вот эти? Угу. Там креветка, шапочка. Давай попробуем. Очень вкусно. С креветкой особенно вкусно. В период всяких вот этих вот заболеваний даже не хочется, знаете, из дома выходить. Да. Заказал роллы и все, сиди, жуй. Жри, сколько в тебя влезет. Очень вкусно. Но немножко остренькие. Не забывай спичечки. Пока что больше всего мне понравились вот эти с креветкой. Они очень вкусные. Я впервые пробую, если честно. И для первого раза это вкусно, очень вкусно. Всем советую. Вообще не пробовала. Вообще, я могу так сказать, если вы не хотите этот большой сет заказ, у них, например, есть сет, где 34 роллов, и вы можете купить его всего за 15 манат. А еще скажите промокод Айка Эмери, что вообще на халяву. Взял бесплатно и ушел домой жрать суши. И спасибо еще Айке. Вкусно. Не, вообще офигенный суши. Теперь давай поотвечаем на вопросы. Угу. В Инстаграме мы всегда ставим опросник, где вы можете задать нам интересные вопросы. Так что подписывайтесь. Да, обязательно. Как вы познакомились? Это, как мы познакомились? Я смотрю Айку уже давно, и именно когда я кушаю, я смотрю ее прям вот не могу, даже сейчас. Это реально, я не могу просто без ее видео обойтись. Я смотрела ее очень давно, и очень я знала, как бы, где она живет, потому что рядом с ней живу я. Как бы мы я соседи это... почти. Да, мы почти соседи. Я увидела у нее такой опрос, что... И я хочу снять видео с подписчицей, если кто хочет, пусть пишет мне в директ, отправляет видео 10 секунд или 15 секунд было. Mm-hmm.
Мне стало очень интересно, и я решила попробовать. Но не думала, что она выберет, так как у нее много подписчиков, и как бы только я это... А Сира одна из первых была, между прочим, да. Я потом девчонок попросила отправить мне видео. Что-то все очень долго отправляли. А Исель, как сейчас помню, у нас написала, что сейчас мама пылесосит квартиру. Как да. Как только она закончит, то я отправлю. Да, и это также было. Ну, короче, я отправила ей видео 10-секундное. И как бы я такая, ну, беда не... Короче, была не была. И... Была. Вот эти шапочки, они просто... Очень крутые, я забываю спички. Айка реально очень хороший человек, не только в видео, и в реале тоже. Реально, вы просто... Просто не представляете, она очень хороший человек. Спасибо. Можешь отсюда брать. Ну, шапочками закончились уже. Я их смела. Как пылесос. Да, у меня тоже было 4 штуки всех сил. Вообще, мы очень близки по духу со Сель. Я думаю, что мы будем еще и в ТикТок снимать для вас. Я обязательно оставлю вам в инфобоксе ТикТок и Сель. Вот, переходите, подписывайтесь. Выключены. Господи, ваш. Айсель не хочет открыть YouTube канал. У меня, я на этот вопрос отвечу так, у меня был канал, и я туда выкладывала видео. На азербайджанском языке? Да, на азербайджанском языке. Ты очень хорошо говоришь по-русски, мне кажется, несмотря на то, что она учится в школе на... А-сектор. Да, а-сектор многие не понимают, просто это, то есть, она на... На азербайджанском языке я учусь. Есть и русский, и азербайджанский. Я учу, например, на азербайджанском языке, и мало кто знает русский язык, если ты учишься в а-секторе, то есть в азербайджанском языке. То есть вы не владеете английским так, например? Для нее это тоже иностранный язык, и то, что она так говорит, это уже очень круто. Пойдем их ограбим. Что ты думаешь? Так вот. Я хотела... Я как бы открывала и сняла свой самый первый влог. Это было очень давно, где-то года 3 назад. Но потом началось вот это вот все, типа, у тебя не получается, ты не умеешь разговаривать, не умеешь интересно снимать. Но в тот момент, да, у меня была не самая профессиональная камера. И телефон у меня был старенький. И поэтому я просто не продолжила, удалила это видео, удалила вообще свой канал. И до, зря. И до сих пор у меня нет такого большого желания открыть YouTube-канал. Но в будущем, может быть. Так что не знаю. Ну, у тебя сейчас дела так хорошо идут, я считаю. В твоем возрасте сниматься в сериале, учиться в школе, ходить к репетиторам. Да. Молодец, реально. С того момента у меня... Это с чем? Это что? Это сырная шапочка. Очень вкусная. Тоже вкусная? Угу. А для тебя есть что-то невкусное? Невкусное нету. У нее все вкусно. Вот прям все. У меня уже нету вкусовых рецепторов. Для меня вкусно все. Кстати, вот такие никогда не пробовала. Это с авокадо. Икра здесь. Авокадо. Рыбка. Пробуем. Вкусно здесь еще. Они... Какого хоса? Горячие? Острые? Они острые. Какие острые? Вот эти сырные. Попробуем. Вообще они должны быть чуть-чуть острыми. Короче, обязательно пользуйтесь этой акцией 20% на Japan's Garden Sushi. Острые, да, попробуем? Попробуем. Раз, два, три. С Богом. Вот после того, как покушаешь, островатые. Острые, действительно. Да. Но вкусно. Для меня. Ну, наверное, они так и должно быть, поэтому они такие острые. Мы просто не особые любители острых. Действительно острые, но есть любители. Я свой первый канал открыла, когда я была
не помню, на первом курсе, по-моему, университета. Вообще я считаю, что лучше открой канал, когда уже поступишь. Потому что самое главное — поступить в университет. Учиться нетрудно. Вообще учиться нетрудно, я тебе так скажу. Ты просто будешь туда ходить, и это почти достаточно. У тебя будет куча свободного времени. А сейчас самое главное — поступить на бесплатный. Да. Если у тебя будет YouTube-канал, ты... Немножко вот буду... Да, отвлекаться. Отвлекаться. Будет. Типа нужно набирать актив, подписчиков, вот это вот все. Да. Это отвлекает от уроков. Потому что есть некоторые, например, блогеры, они в подростковом возрасте начали снимать видео и решили вообще не поступать в универ. А сейчас у них, например, просмотры упали, и вроде универ не закончили, и просмотры упали. Например, я про Анна Кузочка есть, я вот у нее. Да. Есть те, которые с 9 выше пошли колледж. Колледж, да? Она уже никуда не пошла. Да, 4 года там учится, а потом в университете, если, конечно, хочешь. Поэтому образование — это очень важно. Да, это самое важное. Лучше учитесь, чем заниматься такими вещами. Как мы, да. Просто пихяна там надо. Так, какой следующий? Это икра. Попробуйте. Попробуем. Мне нос чешется. Нос чешется, знаешь почему? Потому что кто-то по тебе скучает. Ой, кто же это, интересно? Не знаю, мама. Папа. Айсель дошла прям до лифта, и там рядом с лифтом стоял другой мужик какой-то. И я такая думаю, что это ее папа. Думаю, поздороваться, не поздороваться. Айсель такая говорит, я его не знаю вообще, кто это. Такой неловкий момент был. Она такая, это твой папа? Я такая, нет, я его не знаю. Я такая думаю, я не поздоровалась, как-то некрасиво. А мужик так стоит себе спокойненько. Но. Ноль реакции. Типа так и должно быть. Он, кажется, не поняли то, что мы сказали. Слушай, я не беру эти спички. Я уже 5 штук съела. 4. Нет, 4 было. Я тоже одну не съела и не взяла. Сейчас будем уже не читать. Клянусь, да. Вот я не знаю, сколько... Считайте. Я могу во время монтажа посчитать. Если у тебя будет больше, я тебя убью. Слушай, я реально не знаю, сколько я сожрала суши. А если тебе остренькие не нравятся, давай их сюда, я их съем. Мне вкусно все. Что здесь? Экстрасенсорные способности. Я честно не знала. Ну, приблизительно, что может? Кстати, коробочку я тебе не смогла найти. Это дома, которая была. Извини. Просто всякий этот вирус, я не могу на улицу выйти. Самое главное то, что есть внутри. Да, самое главное — внимание, правильно? Да. Айсель, в каком бы фильме ты бы хотела сняться? В каком фильме? Мне достаточно и своего фильма, но... Учурум? Учурум, да. Слушай, как это переводится, учурум? Типа... Обрыв. Обрыв, да. Обрыв. Ну, я даже не знаю. Наверное, в Чукуре. Наверное, я бы... Что за сериал? Турецкий сериал. Ты его не знаешь? Я знаю Хирджаи. Вот в Хирджаи я тоже, я его тоже, но потом они так, это все так, или непонятно, как это сделали сериал, честно. Слишком длинный он. Я бы хотела в ветреном Хирджаи быть второй женой этого Мирана. Кстати, кто смотрит Чукур, ставьте лайкосики, потому что смотрят очень много людей. Да. Да. После этого я тоже посмотрю. Откуда? Это уже третий сезон уже заканчивается почти. Уже четвертый начинается. Да, да. А что мне YouTube не рекомендует? Наверное, рекомендация просто не обращала внимания, может быть. Мне YouTube рекомендует только... Ай, смотрите. Да. Вот эти вот кушают, когда они кушают. Так, сыр много, бургеры, картошка фри с ноги. Это очень вкусно. Вообще мой парень считает, что если даже земля рухнет, я об этом не узнаю. То есть я узнаю последнее. Mm. Поэтому мне каждое утро звонит и говорит, что столько-то погибших, столько-то зараженных в Азербайджане коронавирусом. Он не здесь, но он знает, что творится в Азербайджане, видите? Он уже здесь, его эвакуировали.
А, да, через 15 дней отпустят? Да. Ну, хорошо. И ему Макдональдс приносят покушать, вы представляете? Макдональдс. Давайте я пойду на карантин, пожалуйста. Мы вдвоем можем пойти. Поменяться с ним. Да. Слушай, я уже почти как уже наелась. А нет. Как в прошлый раз. Я почти не наелась. Ссылочку на доставку я оставлю в инфобоксе. Обязательно переходите, заказывайте, потому что офигенные роллы. Согласись? Угу. Молодцы. И красивые, и вкусные, и мне кажется, самые дешевые. Просто дешевле. Еще плюс есть с промокодом. Вообще, вам выгодно, ребята, так роллы делать? Ты делала, когда дома роллы? Что? У тебя помада? Их. Ну, я покушала одну. Поставлю. Пока яйки нету, я быстренько все сожру. Чтоб когда она пришла, уже не оставалось, а я выиграла. Да, хорошая идея. Слушай, какие взять? Я пришел. Как быстро? Ты не жульничала там со спичками? Действительно острые. Любители острого, обязательно закажите эти роллы. Ты наелась, скажи честно? Да. Это после острого как-то вот наелась этого после этого остренького. Ой, у меня здесь он искупнулся. Когда сильно... Ой, ее сейчас развалится он здесь. Как его взять? Просто возьмем так рукой. Нет. О, господи, все роллы упали. Ничего, дома это поставим. Айсель, ты была в России? Нет. А хотела бы побывать? Да. Именно в Москва-Сити, не знаю почему. Не в Красной площади, а вот в Москва-Сити. Такие популярные блоги, там такие видео снимают, такие фоточки. Да, прям хочется побывать. Я, кстати, ни в Турции, ни в Москве, ни в одной стране не была. Давай пять, я тоже. Нигде, никогда. И в четырех стенах. Ничего, да. Мы будем путешествовать. Слушай, мне не хватает своего города. Красивый вид. Хорошие люди. Вкусные роллы. Да, самое главное. Вкусная еда, кстати. Наша азербайджанская еда. Да. Так считаем. Да. Мне почему-то кажется, что у тебя больше. Раз. Давай считай. Сколько у тебя? У тебя сколько? 10. О, господи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Мне на 2 спички больше. И Асель получает подарочек. Да, мой подарочек. Открываю. Давайте вместе с вами. Давай вы... Сейчас она уже... Вы посмотрите, что там. Я не буду пока смотреть. Я не смотрю, вы будете первые, кто увидите. Косметоз. Ой, косметоз, спасибочки. Пожалуйста. Ой, давай еще посмотрим. Такой мини-обзорчик. Это карандаш. От Essence. Это для губ, да? Да. И это румяшки от Slick. Ой, какие классненькие. Сережечки. Ой, на эти сережечки, они какие миленькие. И гель для бровей. Да. Чтобы были такие Да, пробки. Потому что у меня вообще, смотрите, почти как нету бровей. Просто укладывать, чтобы да. Их, и он цветной еще немножко, почернее будут брови. Ну все, отлично. Спасибочки. Не за что. Победила. Да, Асель. Обязательно подписывайтесь на Japanese Garden Sushi и получайте скидку от промокода 20% на любой сет. Я вам могу еще отметить, что здесь самые дешевые роллы и самые вкусные, как вы видите, я смела да. Почти все. Реально, вот почти ничего не осталось. Если вы хотите еще видео с Айсель, то пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всем пока!